Вчера забыли кусок мяса, вот пакетик винограда, наверное, Молдова называется. Забыли, как забыли, даже не знаем, то ли в тележке, то ли на прилавке. Сегодня утром вернулись и нам возвращают. Все утерянное, так что диву даешься. Очень приятно. Исполняют, и мы довольны, что нам вернули как-то. И не очень-то дорого стоит, но все равно как-то не любим что-то терять. Ну, что я вам хочу сегодня рассказать. У нас вчера была такая история. Мы пришли в магазин, купили кусок мяса, винограда черный, наверное, это был, как он называется, виноград. Забыла назвать, черный, одним словом. Взяли виноград, походили по магазину, походили, сели в машину, поехали, домой приезжаем. Нет мяса, нет винограда, куда ищем, ищем. 100 раз переискали в машине, да как же мы могли забыть его? Не знаем даже, где забыли, то ли на прилавке, то ли в корзине. Ну, переспали ночь, я говорю, не расстраивайся, это копейки, просто дешево стоит, все ничего не стоит. Ну, просто сам факт того, что мы забываки, обе забываки, что могли вот так поступить. Сегодня утром поехали, подошли к менеджеру, она открывает список, кто забыл, а там человек 6 или 7, которые что-то забыли в магазине. И по нашему чеку, мы чек предоставили, по нашему чеку она видит, да, что этот товар был, не был забран. Говорит, идите к прилавку, выбирайте себе. Но мы не могли такого маленького куска найти, там, ну, думаю, ну, доплатим, значит, раз маленького нет. Берем виноград, там тоже больше по весу, чем мы брали. Она говорит, нет, никаких перерасчетов делать не будем. Забирайте и будьте счастливы. Вот так она по-доброму улыбается. Ну, в общем, мне понравилось так. Больше забывать, конечно, не хочу, потому что это говорит не о хорошей черте забывать. Ну, бывает же с людьми, всякое бывает. Вот и с нами такое случилось. Ну, вернули, так что мы, ну, довольны и едем дальше. В другой магазин. Так что хотела вам с вами такие, вот такой историей своей поделиться. Памятнику старинного паровоза, когда-то еще в далекие годы, 110 лет назад, он служил для перевозки грузов. И вот бизнесмен, когда он уже отслужил свой срок, решил подарить нашему городу Розбургу вот такую памятку, где детишек, чтобы знали, что было когда-то. 1958 год подарок был сделан нашему городу. Сейчас я попробую забраться сюда, посмотреть, что же внутри. Сколько здесь всякой красоты. Пуговички, которые я обожаю, пуговицы. Ткани всевозможные.
красиво, и это красиво. Его, наверное, и за день можно не обойти, да, этот магазин. Вот какая лиловая, махерчик. Можно тут ходить, ходить и ходить. Сюда приду. Лопота какая. Ух ты, честно. И подушечки интересные. Нет, это горшки. Горшки для цветов. Вот декор всевозможный. Декор. Пальмочки. А это, наверное, под ноги или куда? Цветы туда сажать. А, сажать куда, да? Тут для сада, огорода. Всякие украшения декорированные. Коврики. Фиалочка. Ох, как мягенько на ней полежать можно. На фиалочке. Фиалочки какие. Смотри, какая одноразовая посуда. Одноразовая, да? Как красиво она оформлена. Mm-hmm. На пикник можно ходить. Да, вот. Знаешь, в тени такой можно. Пчёк. Полотенце такое с пчелкой. Ага. Скатерть желтую в клеточку. И тарелочки такие. Еще и коврик. А это для чего? Так подвешивать можно куда-то. Домик для пчелок. А это для пчелок, да? Угу. Улей. Вот тут пчелки будут мед сносить. Ого, $80 гусёк стоит. 40% скидка. А, 40% это значит, сколько он будет? 80. Это $35 гусь стоит. А зато какой гусь? А вот лягушка. Лягушка и рапсон. Лягушечка. Лягушатка. Грамотная, читает. Да.
Хозяйство домашнее. Кролики, зайчики, овечки. Что тут еще? Курочки. Курочки. Хвосты какие у петухов шикарные. Петухи вообще бесподобные. Смотри, из чего их сделали. Из каких-то веточек сухих. Хвостики поделали, тут обвязали. Сколько такое стоит? Смотри. Сколько же ты, дорогой, стоишь? Сколько же ты, дорогой, стоишь? $35. $35 всего лишь. Ну, тут скидки, это рассчитано, что... Ну, да, скидки тут где-то будет. Долларов 20 стоить будет. Декорации можно делать. О, отвалился цветочек. А я его к себе. С цветочком. Вот так. С цветочком. Забор будет украшать. Какой голубой цвет красивый, ромашек. Смотри.